8 января вступил в силу закон с изменениями, инициированными Банком России, который касается всех займов со сроком возврата до года. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Это уменьшение максимального размера выплат, которые микрофинансовые организации могут требовать с должника. С 1 января 2020 года он станет полуторакратным. Также ежедневная процентная ставка с 1 июля 2019 года ограничится 1%. Предусмотрено и создание продукта альтернативы для займов до зарплаты с максимальной суммой кредита 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. По подсчетам Финмаркета и Unicom24, в 2018 году микрофинансовые организации выдали физлицам 290 миллиардов рублей. До этого объем выдач рос заметнее. В 2017 году он составил 229 миллиардов рублей, в 2016 – 170 миллиардов рублей. По данным рейтингового агентства «Эксперт», в 2017 году тот же показатель составлял 230 миллиардов против 195 миллиардов рублей в 2016-м. А по подсчетам Бюро кредитных историй Equifax, долевой рост объемов выдач по итогам 2018 года составил 40%, годом ранее – 41%.